Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том же, как сбросить настройки под заводские. Итак, начнем, пожалуй, с того, что для чего это нужно. Когда вы покупаете новый телефон, у вас он идет уже сброшен стандартными настройками под себя, вводите все пароли и тому подобное. То есть, чтобы вам продать ваш телефон бэушный, уже в использовании, скажем так, вам нужно сбросить настройки. Сбросить так, чтобы никаких данных ваших там не осталось, дабы избежать потери личной информации. Что это такое? Заходите в настроечки, основные, опускайте самый низ, сбросить. Вот, есть такие вот 6 пунктов. Настройки сети, контент настройки, сброс. Также настройки сети, все настройки, сбросить словарь клавиатуры, домой геоданные. Нас интересует конкретно стереть контент и настройки. После этого вы удалите все данные. Все остальное сбрасывает так себе. Стирайте настройки, но данные какие-то останутся. Вот, с чего начнем? То есть, прежде чем мы удалим, нам предупреждают, что нужно сделать резервную копию в iCloud, так как будет потеря фото, данных других, которые для вас важны. Поэтому нажимаете вот «Создать копию», затем «Стереть». Вот. И также желательно создавайте копию на iTunes. Это очень важно, потому что не всегда срабатывает именно восстановление с iCloud, с телефона, когда вы будете вводить свои данные и захотите сделать бэкап именно с этой резервной копией. А конкретные настроечки, сбросить все настройки, это просто сбрасывает настройки под ноль, остаются данные. Сбросить настройки сети, это по Wi-Fi паролям, которые вы вводили, сбросить словарь клавиатуры, думаю, так понятно. Все те запоминающиеся быстрые команды, которые вы добавляете, настройки домой, просто рабочий стол скидывает, и сбросить геоданные. Вот, и все. Ничего сложного в этом нет, как сами видите. Все делается очень просто, легко, доступно для всех. Просто нужно быть немножко внимательными и никогда не забывайте делать резервную копию. Поэтому подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик и также не забывайте ставить лайки. Это для меня важно, и я понимаю, что я записываю годный контент, и вы его смотрите. Подписывайтесь на мои соцсети, которые будут закреплены в комментариях под видео. Всем пока. If you didn't know now, then you finna know.